В Одессе в жилом доме взорвалась граната. 16-летний парень погиб. Два его товарища с осколочными ранениями попали в больницу. Вероятнее всего, это была боевая РГД-5, говорят в полиции. Подростки, по их словам, думали, что граната учебная, поэтому попытались ее разобрать. Теперь в полиции устанавливают, как снаряд попал в руки к несовершеннолетним. Открыто уголовное производство. Гибель мальчика квалифицируют как несчастный случай. Ему дал друг и сказал, что она учебная, если ее взорвать, то она не взорвется. И Костя попробовал. От полученных травм несовершеннолетний скончался. От взрыва пострадали еще двое человек. Это брат погибшего подростка и его товарищ.